Еще одна тема – совещание правительства – бюджет. В него планируют внести изменения. Временно исполняющий обязанности главы региона поручил в ближайшие дни согласовать с Министерством финансов планы работы, основываясь на заявках муниципалитетов. Самое главное в этом процессе, уважаемые коллеги, посмотреть на то обстоятельство, насколько эти заявки обоснованы, это наличие проектно-сметной документации, необходимых иных согласований, экспертиз для того, чтобы деньги были, с одной стороны, освоены, но с другой стороны, не просто освоены, а чтобы появились реальные объекты, необходимые людям для реализации тех целей и задач, которые заложены прежде всего в рамках национальных проектов и соответствующим образом оформлены в целевых программах. Согласовать предложение муниципальных властей в Министерстве финансов намерено на этой неделе, а до конца февраля проект закона о республиканском бюджете должен быть направлен в Государственный совет Чувашии. Мы говорим о таких важнейших событиях, мероприятиях, которые ожидаются в текущем году. Это 75 лет Победы, это столетие автономии республики. Все, что мы сейчас, если мы сегодня что-то упустим, то нам будет сложно уже потом словировать и предусмотреть эти средства.